Добрый день! В сезоне 2015 компания Hyundai представит на российском рынке обновленный ассортимент накопительных электрических водонагревателей, предлагая своим партнерам и клиентам действительно лучшие продукты из этого сегмента техники. Сегодня мы хотим познакомить вас с серией плоских накопительных водонагревателей Hyundai Amazon. Модельный ряд этой серии приборов представлен объемами 30, 50, 80 и 100 литров. Все водонагреватели серии только вертикальные. Дизайн создан на основе классического сочетания черного и белого цветов. Идеально гладкая поверхность внешнего корпуса изготовлена из нержавеющей стали и покрыта несколькими слоями белоснежной матовой краски. Крышки водонагревателя имеют контрастные черные вставки, а простая и удобная панель управления создана по авторскому дизайну разработчиков Hyundai. Управление прибором осуществляется с помощью интуитивно понятной панели управления, на которой находятся два ярких светодиода. Ярко-зеленый, информирующий о том, что водонагреватель подключен к электросети, и ярко-оранжевый, сообщающий, что идет нагрев. Также на панели есть две ручки – терморегулятор, с помощью которого можно выбрать температуру нагрева, и ручка переключения режимов работы нагревательного элемента – 800 Вт, 1200 Вт и 2000 Вт. Нагревательный элемент, которым оснащены водонагреватели Amazon, заслуживает отдельного внимания. Дело в том, что это не обычный, а так называемый сухой ТЭН нового поколения – Multi-Safe Core, который состоит из высоконадежной нехромовой спиральной нити. Вторым слоем идет не керамическая засыпка, как в классических ТЭНах, а слой нерастворимого диэлектрика. Снаружи ТЭН защищен внешним каркасом из нержавеющей стали с дополнительным защитным покрытием. Так чем же сухие нагревательные элементы Multi-Safe Core лучше классических, обычных нагревательных элементов? При эксплуатации приборов с ТЭНом Multi-Safe Core, во-первых, полностью исключается возможность поражения электрическим током даже в случае нарушения целостности внешнего слоя благодаря слою нерастворимого в воде диэлектрика. Во-вторых, нагревательный элемент Multi-Safe Core прослужит дольше традиционного. Компания Hyundai уверена в беспрецедентном сроке службы этого нагревательного элемента и предоставляет расширенную гарантию длительностью в 3 года. И в-третьих, средняя температура поверхности ТЭНов Multi-Safe Core ниже, чем у традиционного. При этом площадь больше. В результате, при той же эффективности нагрева, пользователь получает существенно уменьшенное количество образующейся накипи. Внутренние резервуары выполнены по технологии двойного эмалирования Didi Glaze. На внутреннюю поверхность резервуаров дважды наносится слой высокоадгезионной стеклоэмали с антибактериальными добавками. Эмалирование производится только сухим способом, который, в отличие от влажного, исключает возможность неравномерного покрытия внутренних резервуаров, а значит гарантирует долгую службу и защиту бака от коррозии. Особое внимание уделяется качеству выполнения слоя термоизоляции, производимой на специальной автоматизированной линии по технологии Thermos PE с использованием пенополиуретана высшего качества, обеспечивая высокоплотное запенивание без пустот. Благодаря всем этим преимуществам и особенностям, конструкторам Hyundai удалось создать прекрасные долговечные приборы, с помощью которых у вас дома горячая вода будет всегда под рукой. Покупая климатическую технику Hyundai, вы всегда приобретете надежных помощников для поддержания комфортной атмосферы в вашем доме на долгие годы.